Добрый день. Сегодня посмотрим на куб глаз. Ну или он посмотрит на нас. Производится компания Юксин. Техническая информация. Такой вот бесформенный, когда-то бывший кубом коробочки. Полупрозрачный. Такой вот глаз. Здесь внутри вкладыш. Ну, его со всех сторон и так видно. Главное, что здесь написано 2×2 Magic Eye Cube. Да, магический глаз. И показано строение внутреннее. Хотя тут, в принципе, и так все видно. Кто это такой? Ну, по всей видимости, это кубик 2×2. Здесь такие глазики изображены. Центральный шарик черный. Есть вот такой вот средний слой, тоже черный. И цветные пластинки как раз в виде глазиков. Ну, похоже чем-то на 2×2. И действительно собирается как обычная двушка. Но эта головоломка немного ломает мозг при первых сборках, так как ориентироваться на цвета стало сложнее. Давайте посмотрим на обычную конфигурацию. Вот белый цвет. Сверху синий, справа красный. Здесь белый цвет. Дальше. Вот синий. И вот красный. То есть белый так, синий вот так, красный вот так. Когда они все на поверхности, понимать проще. Здесь же мешаются еще другие цвета, которые лезут в поле зрения. И первый раз собирать действительно тяжело. Давайте перемешаем, да посмотрим, что здесь происходит. Вращается, ну, терпимо для такой головоломки. Стоит не сильно дорого. Рублей 500-600, не помню. На Озоне покупал. Может укатиться, да, если быть неаккуратным. Кто-то там писал, что любит головоломки в виде шарика. Вот еще одна. Так, как-то перемешали. Ну, давайте параллельно будем собирать 2×2. Как мы собираем? Будем простым каким-нибудь методом, Фридрихом, собирать. Нужно собрать сначала белый слой как-нибудь. Первый. Потом ориентировать второй слой. Ну и сейчас собралось, но может потребуется сделать какой-нибудь еще алгоритм для перестановки. Ну и все то же самое сделаем на глазике. Найдем первый уголок. Вот белый. И он оранжево-синий. Бело-оранжево-синий в нашем привычном понимании должен быть бело-оранжево-синий. Но вот они как-то немножко не так стоят и уже непривычно. Справа от него должен быть какой? Бело-синий-красный. Поищем. Бело-синий-красный. Вот такой. Опускаем. Видим, что вот оранжево-красный встали напротив. И синие совпали. Ну, значит, хорошо, движемся в нужном направлении. Дальше. После бело-сине-красного, бело-красно-зеленый. Да, цветовая схема здесь правильная. Ищем. Вот он. Да. Ну, белый как бы смотрит на нас. Можно обратно пиф-паф сделать. Вот красные, белые, сине-зеленый напротив. Когда мы смотрим на обычный кубик, мы не ориентируемся, что вот мы что-то собрали, и противоположные цвета вот эти должны быть противоположными. А, но здесь их сразу видно. Ну и четвертый просто ставим на оставшееся место. Он вверх смотрит. Можно делать три пиф-пафа. Один. Второй. И третий. И вот получается первый слой собран. Ну дальше. Ориентировать здесь несложно. Можно сделать просто рыбку. Видно, что вот желтый правильно ориентирован, а эти нет. Да? Похоже на обычную рыбку.
ориентировали. При движении все время хочется придерживать вот этот средний слой. Кажется, что они вращаются отдельно. Но на самом деле делать этого не нужно. Можно просто держать за нижней части, и все будет хорошо. ОЛЛ собран. Видим вот красные глаза. Тут синий-зеленый. Но, видимо, стоит сделать Т-перм. Получилась ситуация равносильная какой-то вот такой. Да? Красная грань собрана. Вот эти два нужно переставить. Вот красная грань. Вот белая собрана. И вот эти два меняем местами. И сделаю Т-перм, а можно и другой алгоритм. Ну и вот. Третья или четвертая это моя сборка становится уже совсем просто. Но поначалу действительно нужно внимательно смотреть, перестраивать свое восприятие головоломки. Если хотите немного растормошить свой мозг, то вот эта штука для этой цели вполне подходит. Вращается, ну, приемлемо, конечно, не скоростная двушка. А где тут настраивать? А хотя вон там внутри есть болтик. Можно настроить. Наверное, вот тут это было видно. Хотя не очень. Ну, вот такая вот головоломка. Магический глаз от Юксин. Забавная. Ну, смотрится неплохо. Конечно, больше коллекционная. Но первый раз и пособирать будет весело. Если бы это, конечно, стоило 1200, ну, было бы, конечно, неразумно. А так, вполне бюджетно. Можно себя поразвлечь. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.